Национальные проекты предстоит реализовать всем регионам. Работа эта многогранная, требующая подготовки и тщательной проработки. Механизмы и детали воплощения в жизнь сегодня обсуждали на форуме «Реализация национальных проектов на территории Чувашии». От многословия к конкретным делам. За круглым столом главы всех районов и городов Чувашии, министры всех отраслей. Начали участники с теории и лекций. Чувашия участвует в 11 из 12 национальных проектов. В их числе здравоохранение, производительность труда, безопасные качественные дороги и другие. Поднять уровень жизни, поднять уровень доходов граждан. Вопрос, одним словом, это благосостояние жителей каждого региона, в целом России, но и улучшение качества жизни в каждом отдельном микрорайоне, в отдельном населенном пункте. Структуру организации самого процесса предложил Минэк Чувашии. Например, кураторами проектов на местах назначить глав районов, а руководителями проектных офисов – первых заместителей. Эта система еще будет обсуждаться. Участники форума могут предлагать свои идеи, как совершенствовать систему в муниципалитетах. Этим они займутся во время мозговых штурмов уже в субботу. Также в программе круглые столы, секции, посвященные национальным проектам по отдельности, и встречи без галстуков на спортивных площадках.